Добрый день, дорогие друзья, зрители моего канала и подписчики, с вами Кроша. Это прохождение замечательной игры под названием Савампатак, друзья, давно не ослышались. Эту замечательную игру мы снова будем проходить вместе с вами, да, и сразу же напомню, что кому понравилось мое видео, кто хочет поддержать мой канал, подписывайтесь на него, друзья, да, поддержите его. Так, и давайте начнем. У нас в прошлой серии не хватило денег, чтобы прикупиться, ну, закупиться стволами, так что мы возьмем наши стандартные пока что. И будем как-то выживать в этом нелегком мире на второй уровень. Так, и вперед. Посмотрим, что нам грядет этот день. Болот. Болотистый листок. Он у нас на заставке стоит. Офигеть, вы видели? Он умеет. Ну вы поняли, да? Так, отлично, монеточки заберем. Да. Так. Все, копим. Зря рождались. Так, все, пошли. Наши старые знакомые. Так. Так, давайте-ка вот этих всех уничтожим. Они, в принципе, нормально уничтожаются. Так. Уточку заберем. Отлично. Но у нас патронов нету. Нельзя вот этого допускать. Так. И будем надеяться, что в бочках не кто-нибудь другой сидит, потому что по бочкам бесполезно палить. Надеюсь, это будут там комары. А то нам будет достаточно все печально для нас. Так, отлично. Неплохо. Так, ну я, наверное, сэкономлю немного. Они немного тормозят. Так. И вот тут, наверное, придется мне все-таки воспользоваться. Так, давайте немного тормознем их. Так. Так. Прям рождается, не знаю как. Так. Давайте подождем, пока они все. Так, отлично, давайте. Я думаю, мы справимся с ними. Фу, чуть-чуть нас не вальнули. Я даже аж опешил, друзья. Так, у нас нам надо... Эти деньги все практически у меня пойдут на покупку патронов. Так... Сначала купим у этого, отдадим. Так, отлично, 2000. Еще, ну, 1900 как раз. Давайте их заберем, потому что у нас сейчас будет сложный уровень. Так. 13-й, ну что же. Вперед, как говорится, из песней.
Так. Отлично, пускай пока взрываются. Вот так еще. Сделаем. Так. Пускай горят. Так. Отлично. Ты вы будете умирать, нет, ребята? Так, отлично, готовы. Сразу возьмем, наверное, вот эту вот штуку. Так. Так, мне срочно надо вот эту взять. Так, отлично. На, получай пока. Патроны нам надо. Так, ну, блин. Все. Пускай горят. Отлично. Ты скоро там будешь. У нас одна стрела осталась, и это довольно печально, потому что... Так, пускай горят. Так. Так, отлично. Так. Давайте возьмем вот этот вот ништячок. Да, давайте используем. Потому что я достаточно много уже потратил. Так, отлично, о, сколько. Так, и теперь нам остается только снимать с них броню. Так, хотя бы одного убить, все. Отлично. Все. Подкапливаем патронов. 1800. Ну вот этот огнемет достаточно имповый, если честно. Мне он очень нравится. 4-5 тысяч. Где реклама, друзья? 5 штук. У нас раз на раз не приходится эти деньги. Ну что же. Нам точно хватит. На закупку наших... Да, надо сейчас посмотреть, вроде мы или в ноль сделали, или мы даже в минус ушли. Вот как происходит дело. Но зато мы с этих двух уровней, то есть все отбили и даже как бы чуток заработали благодаря этим уровням. Ну что же, давайте на этом закончим нашу серию. С вами, друзья, был Крош. Поддерживайте мой канал, подписывайтесь, ставьте палец вверх, комментируйте. Увидимся уже в следующей серии. До новых встреч, пока-пока. Привет и добро пожаловать на канал Крош ТВ. Здесь ты видишь 4 замечательных игрушки с нашего канала. Если тебе нравится скрежет металла, битвы роботов и великий экшон, то заходи в этот замечательный плейлист под названием Robotech, где тебя ожидает много-много всего интересного. Если тебе нравится летать по космосу и уничтожать другие корабли и спасать галактику, то добро пожаловать в FTL. Если же ты любишь логику, логические размышления и немного подумать, то добро пожаловать в Монумент Валли, которая находится чуть выше FTL. А если же ты любишь просто посражаться с группой, посражаться с другими игроками, со своей небольшой армией уничтожить другие чужие территории, то добро пожаловать в Tactic Wars,
где большой-большой экшон и много всего интересного. И также не забудь подписаться, если ты еще не подписан. Большое спасибо и до новых встреч. Пока-пока.